Всероссийский фестиваль народного творчества и спорта имени Михаила Евдокимова проходит в эти дни на родине артиста в поселке Верхобское. Это уже 10-й юбилейный фестиваль в честь артиста-пародиста и экс-губернатора Алтайского края. Торжественное открытие состоялось вчера, а уже сегодня полным ходом шли спортивные состязания на Кубок Евдокимова, экскурсии, конкурсы живописи и выступления творческих коллективов. Завтра в 3 часа дня начнется большой галоконцерт под открытым небом, на котором выступят звезды российской эстрады. Скрипач-виртуоз Степан Мезенцев, певец Сергей Любавин, ансамбль «Частушка» и легендарные «Самоцветы». Также в этот день здесь впервые откроется фестиваль кино «Верные друзья», на котором пройдут творческие встречи с друзьями Евдокимова, актером Александром Панкратовым Черным, режиссером Александром Михайловым и оператором Анатолием Заболоцким. Напомним, в прошлом году праздник собрал больше 20 тысяч человек. В этом году, уверены организаторы, рекорд будет побит. Подробный репортаж о фестивале смотрите в понедельник в вечернем выпуске наших новостей.